хлопок. Баритоном нетрезвым прохриплю пару стоп. Про лопату и дачу, проводку и порошок. Много тем не охваченных, а сейчас про небритый лобок. Покупайте билеты, сестры, мой хуй самый длинный, мой хуй самый толстый. Покупайте билеты, сестры, мой язык самый острый, мой стоп самый жесткий. Покупайте билеты, сестры, Киркоров мой кореш, блять, Зверев мой тезка. Покупайте билеты, сестры, я динозавр из 90-х. Запишу на пластинку, пусть услышит народ. Как под ног самой синькой я румимонот. И по корпоративам я поеду тогда петь олигархам о том, как некрасиво, когда не побрита пизда. Покупайте билеты, сестры, мой хуй самый длинный, мой хуй самый толстый. Покупайте билеты, сестры, мой язык самый острый, мой стёб самый жесткий. Покупайте билеты, сестры, Киркоров мой кореш, блять, Зверев мой тёзка. Покупайте билеты, сестры, я динозавр из 90-х. Вот молодежь пошла, штопанные гандоны. Нет бы по-честному поднять бабла на рингтонах. Нет бы просто в микрофон орать хуй погромче. Так нет же, честно, работать никто не хочет. Социальная проблематика, факт политикам. Лично я им не верю, а вы как хотите там. В принципе, по барабану, главное не это. Главное не забыть купить на Ленинград билеты. Количество ограничено, торопись, пипл. Я по-прежнему был в жопу пьяных рипл. 26 и 27 ноября, арена Москва, 9 вечера, мы ждем тебя. Покупайте билеты, братья, я единственный честный певец на эстраде. Покупайте билеты, сестры, мой язык самый острый, мой стёб самый жесткий. В очередь приобретаем билеты на концерт самой искренней группы планеты. Покупаем билеты, ребята, на прощальное шоу Ленинграда. Покупайте билеты. Покупайте билеты. Многие из вас хотели бы объяснений, некоторым из вас насрать. Кто-то вообще ничего не понял. Начну сначала. Две недели назад мне позвонил Сергей Владимирович Шнуров и сказал, что собирается записать остро-социальную песню «Химкинский лес». Сказал, что собирается задеть нас в этом треке, но так немножко, легонько, и чтобы ничего не было понятно. Сережа также выразил опасение, что на концерты Ленинграда 26 и 27 ноября не придет слишком уж много народу, потому что очень дорогие билеты. Попросил нас ввязаться в эту пиар-компанию, и, конечно же, мы дали добро уважаемому и любимому нами музыканту.